Есть предложение, предложенный проект решения принять в целом. Речь идет о предложении присвоить звание почетный гражданин Анапы Анатолию Пахомову. Да, сейчас он глава Сочи, но до этого несколько лет руководил другим приморским городом. Присвоение звания депутаты одобрили единогласно. Объясняя это тем, что предложение пришло от многих горожан. По многочисленным предложениям анапчан, совета города Анапа, ветеранов Великой Отечественной войны, совета ветеранов, было принято сегодня единогласное решение присвоить ему звание почетный гражданин города-курорта Анапа, с чем мы его от души поздравляем. По мнению жителей Анапы, за 3 года работы Анатолий Пахомов сумел сделать многое. Люди вспоминают благоустройство и озеленение города, и то, что вода пришла во все сельские округа. И построенное, наконец, благодаря упорству Пахомова, хирургическое отделение. А еще обеспечение ветеранов войны жильем. И, по сути дела, второе рождение Анапы как курорта. Но главное, говорят, он показал, как добиваться результатов. Именно об этом сейчас прежде всего вспоминают горожане. Научил, как говорится, многих работать. Показал, что как нужно работать. До сих пор разговор идет, вот уже вроде и время прошло. До сих пор, вот если Пахомов был бы, вот это было бы совсем по-другому. Я рад за сочинцев, что у них такой хороший человек и хозяин. Многие горожане считают, что именно Пахомов вывел Анапу на новый уровень. Теперь ему предстоит это сделать в Сочи. Масштаб олимпийской столицы другой, так что сил и времени на это уходит, конечно, гораздо больше. Но, как считают в городе, уже оценившим заслуги Анатолия Пахомова, он знает, как добиться цели. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.